Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 19 по 25 июня 2017 года. Происшествия. 23 июня в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило заявление о том, что мужчина 1950 года рождения 19 июня ушел в лес в районе дач СНТ Туманная и до настоящего времени не вернулся. Поисковые работы, проводимые 23 и 25 июня, силами поисково-спасательного отряда Амурского муниципального района, результатов не дали. 23 июня в городе Амурске произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное выходом из строя кабеля. В результате электроэнергии не подавалось в 3, 5 и 8 микрорайон частично. Амурская центральная районная больница и средняя школа номер 9. Пожары в поселениях. 25 июня в городе Амурске на третьем этаже в неэксплуатируемом здании по проспекту Комсомольский, 16, горел строительный мусор на площади 6 квадратных метров. В поселениях района произошло пожар в Азагране 4, из них в городе Амурске 4. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.